В Магнитогорске появилась театральная липовая аллея. 20 молодых саженцев в парке трех поколений на память о масштабном фестивале от участников форума. Детали в нашем сюжете. Под занавес театрального фестиваля по закону жанра можно было ждать посадки вишневого сада. Но сезонная июньская жара внесли правки в драматургию знакового события. Для зеленого автографа от 20-го фестиваля малых городов в Магнитогорске было решено выбрать липу. Мы сажали яблони, и вишни, и, мне кажется, и сосны. Так что мне кажется, что это просто замечательная такая вот такой бунинский, может быть, отсыл. Бунинскими темными аллеями эти молодые саженцы станут еще не скоро. Но липа – дерево очень благодарное, которое откликается на сердечность и тепло. Его листья по форме напоминают сердце. 20 лип, как символ 20-летия фестиваля, где каждый город-участник посадил свое именное дерево. Очень здорово, что есть такая традиция у Театра наций – оставлять вот эту частичку фестиваля в виде, ну, в материальном виде, потому что дерево, ну, во-первых, это жизнь, да, это рост, это продолжение, это будущее. В этот сад будут приходить, на эту поляну, и вспоминать добрым словом этот фестиваль. Весной и летом липа преображает пространство вокруг себя, окутывая ароматом цветов и создавая особенную атмосферу. Теперь такая театральная аллея есть в сквере трех поколений. И это знаковый драматургический след в облике нашего города. Елена Ткач, Олег Карпенко, телекомпания ТВН.